Люди неутомимой энергии и высокой ответственности собрались вместе за круглым столом в преддверии значимой для каждого из них даты – 30-летнего юбилея районного совета ветеранов. Ровно три десятилетия назад, когда начало формироваться это движение, брещане активно подключились к процессу. Это был 1987 год. Тогда ядро брестской организации в основном составляли участники Великой Отечественной войны. Цели и задачи в процессе работы стояли самые разные. Конечно, время идет, новые веяния новые, но надо отметить, что вот ветеранские организации всегда действовали соответственно тому периоду времени, тем задачам, которые решало общество, которые решали органы власти. И вот одна из основных задач – это решение социальных вопросов ветеранов именно вместе с органами власти, потому что мы же сами не можем, а вот подсказать, в чем нуждается ветеран. Вместе мы работаем с территориальным центром социальной защиты населения Ленинского района, вместе с отделом социальной защиты администрации Ленинского района. Вот это очень важно. Число участников ветеранской организации постоянно пополняется. Традиции старшего поколения, чей авторитет устойчив и силен, продолжают люди, чья молодость пришлась на 70-е и 80-е годы. Сейчас, несмотря на солидный возраст участников Совета ветеранов, работают они с большим старанием и желанием. Взаимодействуя со многими общественными объединениями, среди которых наиболее тесный и слаженный контакт с местной властью. 30 лет – это очень хорошая дата. За плечами огромнейший уже, скажем так, опыт ветеранской работы, можно делать выводы, и эти выводы в пользу ветеранов. Почему? Потому что ветераны Ленинского района, собственно, как и все ветераны нашего города, они вносят достойную лепту, скажем так, в общественную жизнь нашего города. Диапазон их деятельности широк, а гражданская оппозиция активна и многогранна. Эти люди, перешагнувшие полувековой рубеж, не только активные участники различных городских мероприятий, в некоторых случаях они могут дать фору и молодым. Благодаря их настойчивости, мудрости и колоссальному жизненному опыту, члены ветеранских организаций не только идут в ногу со временем, но и во многом опережают его. А самое главное, что свой бесценный жизненный опыт они передают молодому поколению, учат нравственным основам, патриотизму, любви к родине. Основная задача – это патриотическое воспитание нашей молодежи. У нас в районе проживает 98 ветеранов Великой Отечественной войны, непосредственно вот участников боевых действий. А вообще вот 165, кто является ветераном Великой Отечественной войны. У нас главное в работе, чтобы ветераны не чувствовали себя обделенными, чтобы они понимали, что о них думают, что они постоянно находятся в поле зрения организации, в которой они работали, что они не оторваны от того коллектива, в котором они работали, отдали практически всю жизнь. Поэтому очень много надо звонить, и часто звонить, и интересоваться их здоровьем, и собирать их на какие-то мероприятия. Вот такого вида на пленумы, на клуб «Диалог», как у нас вот в Ленинском районе. И просто так звонить, спрашивать о здоровье. Участники Совета ветеранов Ленинского района – люди, которые с улыбкой и благодарностью смотрят в прошлое, с оптимизмом в настоящее и с уверенностью в будущее. А как иначе, если это объединение серьезных и ответственных людей, знающих и успешно выполняющих свой профессиональный долг на протяжении всех времен?